Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу новогодний текстур пак для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, вот у нас загрелся мир. Как всегда, я обращаю внимание на траву, но трава у нас везде изменяется. Изменились деревья. Давайте я вам покажу, как деревья выглядят внутри, а выглядят они у нас примерно так. Также в этом текстурпаке есть и баги, но зато береза внутри смотрится нормально. Также все цветы у нас в виде багов, зато хорошо сделан тростник. И у нас, к сожалению, прозрачная вода. Ну, при погружении в воду у нас пропадают все блоки. Вот такой у нас, кстати, новогодний житель. Так, хочу посмотреть на него спину, но он нам, к сожалению, не дает. Руки сложены. Вот такой житель. Ну, они вообще упоротые, и коровка, у которой красный нос. Наверное, многие хотят посмотреть сейчас зомби. Зомби у нас... Так, сейчас я включу сложное. Зомби у нас выглядит примерно так, в виде шоколадки, да? Как его там звали? Жирека. Забыл. И вот так у нас выглядит скелет. Кстати, вот так и выглядит броника. Прикольно, да? Прикольный скелет, у которого появляются волосы. Да, это действительно удивительно. И, кстати, теперь все руды у нас в виде подарочных блоков. Так. А, нам мешает поставить блок трава. Это у нас железный блок руда. Это у нас уголь и золото. Так, сейчас достану редстоун. Так, ломайся, трава. Это у нас редстоун. Это у нас эмеральды. Ну, текстуру просто зашкаливают. Настолько детализированные, красивые, что для текстуры нам понадобится мощный ПК. Ну, точнее, планшетный Android. Такой динамит был, кстати, тоже очень красиво выглядит. Но, к сожалению, в этом текстурпаке очень много багов. Вот, к примеру, баганая кровать. Да, это очень смешно выглядит, но и с другой стороны, можно плакать, то, что текстурпак не хорошо доделан. Есть какая-то такая, ну, как бы шарик новогодний, только я не знаю, что он делает, голову нам тоже, к сожалению, не изменили. Вот, как смотрите, шарик у нас ничего не делает. Ну, давайте теперь маленько полетаем по миру. Вот у нас деревья, у которых изменились листва. Вот у нас угольный блок в виде подарочного блока. Ну и, конечно, не багнутые цветы. Так, вот у нас еще цветочки, но, к сожалению, сверху я подумал, что это грибная коровка. А, смотрите, здесь есть и свинка, и курица. Вот так у нас выглядят свиньи, они в виде... Ну, наверху у них шапочка. Вот так выглядит курочка, у которой наверху тоже шапочка. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.